делаете? Что вы делаете? Я как бы все понимаю. Я все понимаю, то, что вам заходит пластилиновые майнкрафтеры, то, что вы хотите видеть новые серии. Но че это, мать, за мистика внеземная из космоса какая-то? Какие 50 тысяч лайков? Ох ты ж, ёбересы. Я вижу то, что вы, ребята, на многое способны. Я на многое способен. Я также могу пилить новые серии пластилиновых майнкрафтеров. А давайте мы побьем рекорд в этой серии. Если вы на прошлых сериях набирали по 40-50 тысяч лайков, давайте мы на этой серии попробуем набрать, ну, около 60 тысяч лайков. Я как бы не знаю, это все зависит только от вас. Сможете ли вы доказать то, что вам реально нравятся пластилиновые мунсруфтеры? Давайте попробуем, насколько у нас мощная армия подписчиков. Ведь сможем ли мы вздрючить всех своими лайками? Давайте попробуем. А я вам обещаю то, что следующая серия пластилиновых Майнкрафт выйдет как можно скорее. Не зря эта серия длится почти 25 минут. Давайте мы поставим лайкусик прямо сейчас и приступим к этой серии. Офигеть просто. Погнали, погнали. Опять два дебила ненормально, что вы делаете? Успокойтесь! Дайте мне Игорь! На одному похлебалу, второму похлебалу, на! Давай, давай, зажимаем его, зажимаем. Смотри, нюхай жопу мою, нюхай. Пацаны, я в этом не участвую, я в этом не участвую. Нюхай меня. Забери его. Я сваливаю нахрен, Все, ладно, нанюхался. Гомосек завелся, никто твою сраку нюхать не будет, что-то тут. Он уже понюхал. Да, Игорь? Так, я несу провода, давайте, пацаны. Давай, давай, неси провода, Игорь. Ты так, подожди, Эдисон, Игорь механик. Помогите мне, помогите. Игорь, Игорь, ты механик, неси провода, давай. Подожди, он несет, давай подождем. Опа, вот смотри. Опа, опа, вот так, ну, неси. Вот, молодец, давай мне красный, Спасибо. Вы уверены, что, нам вообще просто... Наоборот, Эдисон, наоборот, неси тот. Да? Пацаны! А зачем это все тогда, если можно взять его... И опа. Я не знаю. Так, подождите, у нас тут, короче, электрический уровень, как я понимаю. Да. Опа! Иди сюда, помоги тащить эту тарантайку. Сюда. Давай. А ты уверен, что это нужно? Да. Зарядить нужно. Опа, вот так. Переворачивай эту хренотень, переворачивай. Ничего не надо заряжать, пацаны. Да надо. Ты дебил! Жека! Я не умею этим пользоваться. Дай провод механику дай провод. Куда это вставлять? Может быть сюда? Ой, я все зависло. Кло! Алло. Что произошло? Пацаны, сбой в матрице, мне кажется, что такое? Я как это, деп, или как это хрень называют, когда руки так в бок. Да, а я опа, полтинник потерял. Какая же эпичная поза. А, Игорь. Алло. Игорь, тут у нас проблемка небольшая, Игорь. А что происходит? Что вы пропадаете? А все, кирдык всему. Ты у тебя сервер вылетел. Да? Да. Да. Так, ребята, нам нужно подключить батарейку, да? Да, короче, смотри, я вот беру провод, да? Давай, механик. Тихо. Да я ничего не делаю, отпусти меня, змея! Пацаны, помогите перевернуть то, что... О, тихо. Опа, есть один, пацаны. Вытащите, да. Оп, сейчас все будет, по сантре. Давай, подключай. Подключай, Игорь. Подожди, подниз нужно протащить. Игорь, ну что ты делаешь? Все нормально. Ни хрена не нормально. Вот так все равно. Просто идеально. Опа! Пацаны, тут кому-то нужно стать. Становитесь на вот эту хренотень. Становитесь быстренько. Спасибо. До свидания. Пока. Так. Так, подожди, Игорь. Нам нужно... Пропускай меня, пропускай. Ну ладно. Так, это... Пацаны, я что-то запустил! Да вы, конечно, молодцы, а мне что делать? До свидания. Я вот нажал что-то. Подожди. Сейчас будет сейв. Сейвинг, умирай, Жека, подыхай нахрен. Сейчас, подождите. От. Давай. Здорово! Пацаны, тут реально электрический какой-то уровень. Что делать?
Жить, я еще. Короче, не у меня. Механик, все нормально. Тащите, да, тащи. Жека, второй тащи. Пацаны, я как любой механик, я бухаю. Опа, она упал. Что, мы подключаем провода, типа, да? Да. Опа, пацаны, провод! Давай, давай. Бери за тот конец. Она мной управляет, пацаны. Не буду я за. Успокойся. Так. Да дайте мне подключить! Я запутался в проводах! Вот, нормально, нормально. Игорь, меня сейчас убьет! Током. Тихо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Как ты потом это всунешь обратно? Зачем ты меня толкаешь? Стоп, подождите, давайте я вот это подключу сюда. Да, давай, ты подключишь это туда. Вот, я сейчас почти. О, подключил. А же второй. Эй, ты дурак, я уже подключил эту хрень! Тихо, аккуратно. Игорю, как истинную сантехнику, нужно вот, просто будет. Готово, первый готов. Давай запихивать, молодец. Все, нормально. А что поменялось? Так а можно было просто рычаг нажать и все, открыл. Мне кажется, он бы так не работал. Он да и так нет, не работал. Пацаны, а может сюда нужно было? Твою мать! Подождите, стойте. Для того, чтобы меньше действий делать, нам нужно вытащить вот эти вот провода. Да, теперь вытащим эту штуку. Давай, аккуратненько. Тащите! Главное в этом деле аккуратно. Да стоп! Опа! О, что дарахнуло током, пацаны, давайте открывайте. Нажимай рычажок. О, хорошо. Нормально. Так, хорошо. Да заколебали эти провода, тут что-то будет. Заколебали, что за уровень такой дебильный? Так, стоп, здесь какая-то штука есть, я сейчас ее поверну. Пацаны, здесь есть генератор, это неплохо, надо бензин. Нужно подсоединять нужно. А что это за штука, за которой? Тащи его, тащи. Куда тащить? Я его тащу, давай. Ах, сложно, чё оно нет? Вот, оторвалось, нормально. А что это за штука красная, эти цены, я не понимаю. Бр-бр-бр, который заводит, да, вот, бр-бр-бр. Так, подожди, да подождите, это куда тащите, идиот, что вы делаете? Подожди. А, всё нормально, значит обратно. А, красная штука, о, красная штука, подожди. Ты пока играйся, мы тут пока провода. Так, всё нормально. Давай, да, все. Опа, еще смотри, опа, берем такие. Так, вот сюда берем. Наконец-то, ты тоже накатил, что ли, или что? Вот! Все нормально, заводи тарантайку! Хоп! Ты что, ее поломал? Хоп! Хоп, слейтер! Тут! Давай! Дебе! Я кручу! Все нормально. Стойте, я танцую вас! Давайте все вместе, как это? Тут, оп. Да. Ловите меня, Севера! Дебилы. Я вижу эскалатор, чур я за рулем. Эскалатор? Ну. Игорь видит эскалатор, я тоже его хочу увидеть. Игорь, где он? Давай, поехали! Какой эскалатор? Что это? Фиг знает, как это называется, просто тарантайка, ох! Куда? Поехали! Так, ты рулю за этот рычаг, да пусти меня, Вытащи меня! Давай, ты... Вы руль сломали, где руль? Это руль посередине. А чё, он не улетел куда-то? Вон, поднимай, ты опускай. Держи руль, а мы... Да у меня руля нет, он улетел куда-то! Эдисон, я тебя могу поднять, Эдисон, садись вот эту штуку. Что вы делаете? Поехали! Так, ага. Давай, Игорь, поднимай. Поднимай еще выше. Я понимаю, что происходит. Мне бесит. Опа! Что вы делаете у меня? Куда выше? Оно выше не поднимается. Да все поднимается, все поднимается. Ааа! Да как сложно! Игорь, подними выше! Как сложно. Пацаны, вы меня же тут решили бросить? Игорь, понимаешь, Игорь. А что мы вообще делаем? Так я тоже не понимаю. Я. Так, хорошо, подожди. Так, давай, садись на эту штуку. Кого макароны? Чего макароны? Сади! У Игоря там макароны. Так, ты сел? Нет, подожди. Так, поднимай меня за коки, давай. Подожди, надо руль повернуть. За коки поднимай меня. Подожди, сейчас вперед, еще немного подними, Игорь дебил, сейчас вперед.
Подожди, еще раз. А, нет! Подниму еще. Так, теперь вперед, да, держись. Давай. Сейчас я руль поверну. Жека, я падаю, если что. Давай, быстро. Ну, я не могу руль повернуть. Быстро! Все, окей. Едем. Нормально? Подожди, не кипишуй. Давай, перепрыгивай! Нормально, так. Теперь как нам к тебе попасть? А там сейвинг был. Сейвинг был? Да. Пока! Игорь, смотри, макароны! А к чему их подключать вообще? Вот отсюда сюда, Эдисон. А потом? Гениус! Подожди, а этот рычаг что делает? Поднимает. А, стоп, смотри, вот тут есть какая-то кнопка какая-то. Давай сюда. Давай. Опа. Пацаны. Подожди. Сейвинг. Подожди. Я тут. Так. Я зову Эдисона. Игорь, нажми на кнопочку, пожалуйста. Нет тебе. Я что я тут буду до конца жизни сидеть теперь? Не, серьезно, ребята, что делать? Пацаны. Серьезно, он там будет до конца жизни сидеть? Эдисон. Что? Меня зажало, я не знаю теперь, что делать. Пацаны, помогите. А что я могу сделать? Можно на руках. Не знаю. А вы можете как-то лифт с той стороны открыть? Как? Ну ты, Игорь, ты не мог нажать на кнопочку, я ж тебя просил. Помогай, открывай, ты вытаскивайся, давай. Да вряд ли так работает. Давай! Он двигается! Лифт, дергайте, я может руку обратно выпить. Да мы так и делаем. Только ничего не работает, мне кажется. Один в одну дергает. Да мы так и делаем. Ну. Игорь, ты мог на сторону кнопку нажать? Я умер просто, понимаешь? Да, умер, такой, да, хрен тебе и спрыгнул. Вот так ты умер. Нет, конечно, все очень смешно, я понимаю, но... Дебил. У меня есть тебе предложение, перезаходи просто в игру. А ты куда делся? Как ты умер? Там на escape можно нажать, загрузить контрольную точку. Ладно. Ну вот. Ты дурак? Проехали. Я сам об этом не знал, только сейчас узнал. Хорошо. А что дальше? Хорошо, как мы можем достать этим... А стоп, а рычаг этот вообще, да, ничего сейчас не делал? Он не подключен. Отпусти! Ну, вас, сраку, я не буду даже держаться. Опа, хорошо. А что нам делать, я говорю? А там реально надо прыгнуть? А что вот этот рычаг делает, пацаны? Запускает эту хренотень, я уже сказал! Так вон, ведет. А, ну да, стоп, держи. Блин. Может, это будет один держать, а другой как бы залезет и его начнет... Пацаны, я слишком умный? Или это так не работает? А где ты? А как ты это сделал? Как ты туда попал? Кого? Как он... А, ты когда умер туда, ты... Нет, я залез сюда. А как? Я слишком умный, пацаны, даже не спорьте. Так, давай. Хорошо, ладно. Умирайте. Да. Да ты дебил, умирай, а не перезапускай через контрольную точку! Так, подождите, что это такое? Пацаны, я не готов водить эту хренотень, честно вам скажу. Какую? Вот эту, которая перед нами стоит. А я готов. Ага. Давайте я буду на выхлопухе, пацаны. Так, ща мы, короче... Так подождите, тут что-то надо, идите сюда. Подожди, я залазю туда. Пацаны, кто хочет со мной... Давай, я рулю, а ты газуй, давай! Давай! Я устал от такой жизни, до свидания. До свидания. Разворачивайся! Пацаны, у меня предложение! У меня тут есть банька, тёлки и бухлишка. Два идиота. Назад, раз... Да поверни его направо! Меня заберите! Да не налево, направо! Нет! Ты можешь сейчас руль направо повернуть? Слушай, ты водитель, у которого права есть. Да. У меня есть права, но я не готов. Куда ты поворачиваешь, дебил? Может, туда надо? Куда туда? Влево. Так куда он поворачивает? Да ты дебил, нам вон туда надо. Куда туда? Два аутиста! А, на назад нужно, я понял.
Ты поверни сейчас направо, направо. Молодец, молодец, молодец. Все хорошо, ребят, все хорошо. Божечки мои, боже. Да что я могу сделать? Ты этому говоришь, что он не туда поворачивает, направо поверни. Направо, не прямо, пожалуйста, направо. Вот так, молодец. Это налево, братан. Подожди. Давай, 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 мы справимся. Руль без гидроусилителя, понимаешь, очень сложно. Так, 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 так. Теперь сейчас давай в обратную сторону. Поверни его, поверни, поверни, поверни. Поверни его, поверни ему. Давай! Давай! Теперь повернул, молодец. Сын, я уже выспался, до сих пор не разобрались, да, как с этим? Ай-яй-яй! Во, хорошо, хорошо. Молодец, умничка, послушный мальчик, давай. Хорошо. Подожди, пацаны, у меня руль пропал, у меня руль улетел, у меня руля нету. Так, теперь Игорь, давай, Игорь, рули. Игорь, поверни, пожалуйста, нам... Во, руль появился, руль появился, все нормально. Да отпусти меня, дебил! Игорь, догоняй. Да ты за камнями хотел пойти. Да не трогай руль! Да я хотел его... Давайте уже! Ты можешь за камнями пойти? Пойдем вместе. Давай, идите вместе. Отстой. Да отпусти рычаг! Дебил, а не назад, а вперед! Вперед, рычаг! Вот, молодец, вот так и держи. Игорь, пойдем за камнями. Я рулю. Держи, держи. Я один туда не пойду. Держи, держи. Все, все, все верно, все верно, все, подожди. Пацаны, вы меня везите, короче, вот. Что-то, что-то как-то мне не нравится в вашем... Игорь, Игорь, давай, 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 Игорь. Игорь, подожди, 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 стой, 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 стой! Стой! А там еще один рычаг есть на самом деле. Пацаны, меня колесо заживало. Ладно, пацаны, я пошел за камнями. Давай, удачи. Игорь, 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 я с тобой. Тащи ее обратно, чем упадет, Игорь, держи! Держи, Игорь! Держи, ее падает! Господи. Твою мать, она дальше едет, останавливай, держи колеса, держи колеса, Игорь! Подожди, где здесь уголь? Можем уголь закинуть? Да не надо! Я не понимаю, что загрузить надо. Камешки. Какие? Мамку твою тонновую, давай, поехали уже! Камешки мы спалили, мы спалили камни, понимаешь? Все поздно, я говорю, зачем вы кидаете в эту фигню? Вы меня переехали. Все нормально, не парься. Все нормально. Все нормально, поехали в путешествие. Жека меня на колесо наживала. Наживала. Дебил. Мне кажется, мы записываем уже час. Мы где-то полчаса из этого едем в этой машине. Да кто будет... Нажмите на этот рычаг, пожалуйста, вперед, чтобы он ехал. Сейчас, сейчас. Он вроде нажат. Он слишком слабо нажат. Вот, форсаж! Подожди, подожди, отпускай, отпускай, отпускай понемногу, отпускай рычаг, отпускай! Да я пытаюсь. Отпускай! Держи, держи его, держи! Держи! Подожди, отпускай! Отпускай, дебил! Назад, назад! Да не слишком! Держи его, держи! Держи! Да не туда, вперед, приду! Нет! Назад! Назад! Я вас держу, давайте! Эдисон назад, Эдисон назад! Да куда? Да сдавай, 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 да сдавай назад! Сдаю, 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 сдаю! Давай, я вас держу, пацаны! Тут передний привод, тут заднего нету, все, мы никак не вытащим эту хрень! Я вытащу вас, давайте. Мы вытаскиваемся, вытаскиваемся. Я потихоньку вытаскиваю вас, давайте, давай, давайте. Да. Я вас... Эдисон, поверни руль, если он у тебя есть. У меня руля нет, он пропал. Я пропал. Я самый сильный пластилиновый майнкрафтер, я вас тащу. Давай, давай, билас. Давай, давай. Подожди, все, вот, мы сделали. Я он вперед опять едет! Дебил! Во, все нормально. Ой, ой, подожди. Вперед, 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 подожди, 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 сейчас все. Я не могу хватить за эту хрень. Да Эдисон, не издевайся! Да я не могу хватиться под... Во, все нормально. Я тормозил, я затормозил. Все, поехали. Так, мне нужна помощь, идите. Пока я вас держу. Я иду. Давай, надо повернуть. У руль опять пропал. Поворачивай. Чуть вперед? Да, вперед. Почему мы не едем? Почему мы не едем, реально?
Вы где, пацаны? Потому что Игорь нас держит. Игорь, ты... А где вы, дебилы? А, понятно, Игорь сервер залагал. Да поехал, дебил! Пацаны, на самом деле я вас это все время держал. А, ты нас держал. Я под машиной, вытащите меня. Да вы мой! Да блин, ребят, ну серьезно говорю, давай, Игорь, залази, пожалуйста, помоги мне это сделать. Контролируйте ситуацию. Пацаны, вы дебилы, я пойду проконтролирую ситуацию прямо просто. Маслайте со своей машиной. До свидания. Заколебали. Я понимаю, что это все вырежется, да, ребят, я хочу просто, чтобы вы знали. Мы полчаса ехали на этой машине. Да не полчаса. Чё ты преувеличиваешь? Минут 10 максимум. Да ни хрена. Да мы записываем 33 минуты только. Ну ладно, 20 минут мы ехали. 10 минут. Все нормально. Ладно. Тут еще одна тарантайка есть, поэтому нормально. Твою мать. Но есть такая же тарантайка, Жека, тут нравится. Шахта, пацаны, шахта! Го копать, я пойду, давайте. Все со мной, я уже шарю, идите сюда. Пойдем. Игорь, сейчас сюда нужно идти, за мной. Ё-моё, мне страшно. Секунд. О, сколько, опа, давайте загружать. Так, не, пацаны, давайте все поджарим это. Не надо. Давай, загружаем, пацаны. Мне кажется, нужно... Это дорога в рай, поехали. Да не мешайте мне камеры. Мне кажется, сначала... Ура! Подождите. Дорога в рай. Пацаны, нас тут... Нас там не перемоли случайно на части, не? Мне кажется, нужно просто машину подогнать. Да, мне тоже так кажется. А потом, после этого, что? Давайте я пока подгоним, а вы пока... А почему, мне кажется... А потом нам надо печку растопить. Да, и нам нужно обратно возвращаться. Так, назад. Дай залезу, дебил. А чё я делаю? Я еду. Давай, прямо, давай. Чуть направо поверни, направо. Я вас контролирую. Вот, чуть-чуть направо поверни, вперед. Ты дебил! Направо, да, вперед. Я обнимаю колесо. Еще чуть. Да куда назад, вперед? Да мы там не проедем. Да проедем, все нормально. Я сейчас колесо оторву. Может кто-то за руль встать, а не командовать лучше? Я держу колесо, все нормально. Нет, ну что, теперь назад нужно. Да Игорь! Ай, блин, ну ребята, пожалуйста, не надо, все, мы почти ее привезли. Все, Игорь, успокойся. Все? Или еще чуть назад? Не, чуть назад. Все? Да. Не трогай рычаг, пожалуйста. Да, пожалуйста, не надо. Давайте. Пацаны, угли мимо ворот падают. Да не, все нормально. Все плохо. Все нормально. Вот как кухо упало. Не трогай. Ну смотри, я предлагаю на этом закончить, честно вам скажу. У нас есть машина, пацаны. Ебо, тут. Ой, башка закружилась. Игорь, дебил! Игорь, нет! Все, не долго рычать, пожалуйста! Все в порядке! Отойди! Мы едем, дебилы! Да вперед! Собак! Вперед! Ну, Игорь, не трожь! Ааа! Пацаны! Контролируйте! Вперед! Еще немного вперед! Еще! Все! Еще вперед! Да ёпара, СТ, как это сложно! Вперед! Останавливай! Все, молодец! Все, давайте быстрее закончим, ебой, ставьте лайки! Поставьте лайки на все видосы, на все три! Ай, подписывайтесь на канал, всем спасибо! Ебой, все, Игорь, все! Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!